Всем привет! На канале Готовим Вкусно, и сегодня я вам покажу, как сделать замечательную и вкусную рыбку на углях. Сегодня у нас горбуша. Она стоит намного дешевле лосося, но при этом по своим вкусовым качествам, возможно, даже где-то превосходит его. Итак, у нас вот такая рыбка. Стоила она 37,5 шекелей или 49 шекелей за килограмм. То есть примерно здесь, а что примерно говорить, 750 грамм. Итак, погнали. Первое, что нам надо. Кстати, я не знаю, как в различных странах, но, по крайней мере, в Израиле эта рыбка стоит дешевле мяса. Все знают, консервы с горбуши. Что по маринаду? Как правильно сделать рыбу? Первое, что я скажу, не надо добавлять лимон сразу на рыбу перед тем, как ее готовить. Во-первых, он жжет мясо. Во-вторых, теряет свои вкусовые и ароматические свойства. Вот рыбка у нас потрошенная. У нее очень хорошее плотное мясо. На ней есть чешуя. Чешую снимать не надо. Она очень мелкая и она быстро прогорит. Итак, первое, что мы делаем, посыпаем черным перцем. Вот так вот. Внутри, снаружи, хорошенечко. Рыбка влажная после разморозки, поэтому перец хорошо прилипает. К рыбе очень отлично работает кориандр. Если у вас рыбка будет сухая, можно взять и полить ее оливковым маслом. В моем случае рыбка влажная, поэтому оливковым маслом мы польем ее, когда уже обработаем всеми специями. Вот так. Солить мы тоже ее спешить не будем. Все специи хорошенечко вот так массируем в кожу. Теперь возьмем оливковое масло и вот так по периметру хорошенечко смажем рыбу. Почему оливковым маслом? Да потому что у него хороший травяной вкус. Можно обойтись и обычным маслом, например, подсолнечным. Но оливковое масло для такой рыбки просто must have. Итак, первый у нас этап закончен. Оставляем рыбку примерно на 15 минут. Теперь из фольги нам надо сделать укрытие для рыбы. Поэтому по форме рыбы плюс-минус делаем вот такой как бы лодочку. Вот так. Ну, у меня фольга закончилась как-то нежданно, как всегда. Ну, основную часть рыбки нам хватит укрыть. Итак, промаринованный вкуснейший горбуша в масле нам надо положить на решетку. Причем можно вот так чуть-чуть поводить, для того, чтобы рыбка сразу не пристала. Для придания хорошего аромата вот у меня был розмарин мороженый. Он уже растаял. Мы его опускаем вниз, прямо на угли, чтобы добавить дым. А рыбку сверху вот так вот закрываем фольгой. И ждем буквально 4 минутки. Дым от розмарина сделает рыбку очень ароматной. Он сразу же начинает выделяться. Ну и скоро будем переворачивать. Через буквально 5-6 минут, когда у рыбки поднимается хвост, самое время ее перевернуть. И накрываем снова фольгой. Итак, по истечению 12 минут, у кого какие будут угли, наша рыбка готова. Вот так она замечательно выглядит. Рыбка получилась сочная, проготовилась. Что мы забыли сделать? Мы забыли посолить. Рыбка-то проготовилась, но готовить рыбку и солить рыбку нужно раздельно. Поэтому берем хорошую крупную соль и вот так щедро посыпаем. Ну и смотрим. Еще забыли. Лимон. Что за подача рыбки без лимона? Как я и сказал ранее, лимон мы используем намного позже. Поэтому отрежем лимончик и рыбку вот так щедро польем. Лимонный сок, соль. Все отлично будет сейчас сочетаться. Рыбка просолится, но при этом не потеряет свою влагу.
просто изумительная диетическая рыбка. За что я люблю горбушу? Ее практически нереально переготовить. В отличие от лосося, которого на 30 секунд передержал и все, горбушу можно передержать, и вкус ее не изменится. Он будет такой же ароматный, вкусный. Ну а вам приятного аппетита, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч!